Дорогие друзья, всем привет! Собираю алмазную мозаику лошади. Вот так это выглядит. 21 цвет указан, но поскольку начинается с нулевого, то 22 цвета. Считаем. Вот видите, с нулевого указывается. На данном этапе, просто хочу этап работы зафиксировать, на данном этапе у нас сложено вот такой вот уголочек. Тут цветопередача более-менее правдивая относительно стрима. Вот. И получается вот этот вот уголочек. То есть повод и часть плеча. Вот повод и вот начало плеча. Засим все. Ждите продолжения работы. Смотрите стримы. Пока-пока.